В торжественной обстановке и в праздничной атмосфере принимали присягу родине курсанты высших военных образовательных учреждений Минобороны. С этого момента в их жизни наступает важный и ответственный этап, когда придется научиться решать поставленные задачи и с честью нести звание настоящих защитников государства. Счастливые и гордые родители. Я сегодня самая счастливая мать. Я сегодня самая счастливая бабушка. Целеустремленные сыновья. Все потому, что теперь они курсанты высших военных образовательных учреждений Узбекистана. Четко выверено, торжественно. Парадная форма и внешний вид. Все просто идеально. Идеально синхронный шаг. Практически синхронный торжественный церемониал во всех высших военных образовательных учреждениях Узбекистана. Клятву на верность родине принимают курсанты Академии вооруженных сил, авиационного училища в Карши, танкового командно-инженерного училища в Черчике, военного института связи и ИКТ Минобороны, военно-медицинской академии вооруженных сил. 8 часов утра, Академия вооруженных сил, на плацу построения. Все готово к принятию присяги родине. До присяги осталось 4 минуты. Очень волнуюсь. С детства мечтал стать офицером. Такой день только один раз в жизни. Волнение, переживания. Моя цель – стать настоящим профессионалом. Я уверен, что мои родители мною гордятся. С прицелом на профессионализм и военную науку. Нововведения в обновленной образовательной программе Академии вооруженных сил, направленные на более профессиональную подготовку военных кадров. В соответствии с современным стандартом не уступает другому приоритету – подготовки военных кадров с учетом исторического наследия и боевого опыта великих предков-полководцев. Мой сын сегодня в военной форме принимает присягу родине, своему президенту, своему народу. Клянутся быть верными и защищать независимость родины. Не просто курсанты, а будущие офицеры Черчикского высшего танкового командно-инженерного училища, в котором подготовка боевых кадров по различным военным специальностям построена в соответствии с мировыми стандартами. Учения, тренировки, марши, жизнь по уставу выбирают сотни парней. Среди курсантов прославленного Черчикского танкового офицеры вооруженных сил стран Содружества. В прямом смысле головокружительная военная карьера ожидает выпускников высшего военного авиационного училища в городе Карши. Первые полеты не за горами, уже со второго курса и практически рядом. Дислокация обновленного летного училища вблизи к аэродрому по инициативе Верховного Главнокомандующего позволила сделать процесс подготовки кадров для военной авиации максимально удобным и детальным. А вот инновационные разработки и программное обеспечение курсантов военного института связи и ИКТ Министерства обороны не первый год успешно внедряются в войска. Главными критериями отбора молодых айтишников, будущих офицеров, программистов военного вуза, созданного по инициативе президента страны, исключительный интеллект. Что, собственно, и отличает новое поколение молодых патриотов, принимающих присягу родине.